Всем привет, ребят! И сегодня я покажу вам мой слайм. Ладно, он бирюзовый, я его покрасила. Помните то видео, где я играла со слаймами салатовым, потом перекрасила в синий, а сейчас я перекрасила его в зеленый. Вот, кто не смотрел серию, где еще был вот такой слайм, то обязательно посмотрите. Зайдите на мой канал, и оно объявится. Смотрите, это мой фиолетовый фирменный слайм. Вот. Красивый, да? И бирюзовый. Решила синим добавить зеленый и стал бирюзовый. Я знала, что будет бирюзовый. Бирюзовый. Убираем это в стороночку. Все в стороночку. Я не хочу этот. Ничего нету. Ой, телефон я беру вообще. Котик лег на карандаш с бумажкой. Как вы видите, вот половину котика видно. Ну вот, нормально все. Ноутбук. Убираем в сторонку. Все. Теперь нормально. Такой бирюзовый. Надо еще, наверное, зеленого добавить. Я вот этой трубочкой добавляю зеленый. В том видео я тоже добавляла этой трубочкой фирменной моей красной. Именно красный. Надеюсь, он поменяет цвет или надо белый все-таки добавлять. И мне придется идти за белым. Я в зале сейчас, но мне все равно придется идти за белым. Вообще круто. Оборжешься. Так. Так, он немного твердоват становится, бирюзовый такой, темный бирюзовый. Или это цвет воды из Майнкрафта. Я в Майнкрафте видела вот цвет воды такой. Был голубой, и я видела вот такого же цвета воду. Это, наверное, болото было. Или нет? Или это покрашенная вода? Или это какая-то вода была. Кто ее какая? Из каких деревушек покрасили они эту воду? Зачем они эту воду покрасили? Непонятно. Да-да-да-да. Как всегда, приучим. Главное на юбку не уронить. Это не краска, ничего такого. Нет. Это ничего. Вот смущает эта краска у меня, которая. Теперь надо мне аккуратно быть, чтобы эту краску майку не испачкать. Я не напекаю, что я ничего не... Что я что-то напачкала юбку, например. Я не пачкала юбку, но только... Смотрите, как течет. Боюсь, что сейчас на юбку как течет. Да, видим. Во, хвостик у меня. Так. В прошлом видео я много раз останавливала видео, потому что хотела сделать хвостик, не получилось. Руки в слайме были. А было лень, руки идти мыть. Далеко. О, смотрите, ребят. О, а если я потом, если не превратить это в светлый,
то я потом белым покрашу. Фу, а от этой краски, по-моему, у меня слаймы все. Они были твердыми. А вот этот слайм, он наоборот, по-моему, становится липким сильно. Или он так и был? А, не, он тверже становится, да. Ну, все равно липкий. Нет, придется идти за белой краской. Сейчас. Приду. Сейчас найду краску, сделаю. У меня вот вообще она есть, я не знаю. Да. Ой, Маркиз. Маркиз. Ну дай. Маркиз мою юбку схватился и все. Просто. И не отхватывается. Вот вообще. Вообще, Маркиз, ну так нельзя. Это, по-моему, не белый, а какой-то наш цвет. Фук. Это, по-моему, кожаный. Ну, как сказать, бежевый, да, бежевый. Кожаный, сказала. Кошмар. Кошмар. Кожаный. Это же наш цвет кожи. Моя подруга так говорила раньше. Кожаный, 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 кожаный. Ку-ку-ку-ку-ку. Крутим, вертим и делаем слайм чаще. А потом мне придется краски убирать, а мне лень. Мне лень. Мне вот лень. Ладно, потом замешаю, ребят, и в следующем видео покажу. Вот, и, ребят, короче, наверное, я буду прощаться, не знаю. Не знаю. Сейчас, может быть, успею замешать. Просто мои родители в комнате в любой момент могут прийти и помешать. Ну, короче, всем пока. Ставьте лайки, а я буду перемешивать. Пока-пока. И подписывайтесь на канал. Подписка.